Всем привет! Актер Иван Житков стал очередным звездным гостем телепередачи Бориса Корчевникова «Судьба человека». Популярный актер рассказал о своем романе с известной актрисой Екатериной Семеновой. Иван Житков прославился не только своими ролями, но и романтическими отношениями с разными и известными женщинами. Так, за его спиной брак с актрисой Татьяной Арнгольц. У пары даже есть общий ребенок – дочь Мария. Их брак долго не продержался, однако даже после расставания Татьяна и Иван сумели сохранить человеческие отношения. С дочкой артист видится регулярно. Помимо этого у актера есть сын Степан, которому в октябре исполнится 3 года. Наследника ему родила модель Лилия Соловьева, они жили вместе с 2016 года. Однако уже в 2018 году Лилия объявила о расставании с Иваном. Тем не менее, с малолетним сыном Житков поддерживает отношения. Однако мало кто знает, что у артиста был роман с коллегой по кинематографическому цеху Екатериной Семеновой. Об этом Иван Житков рассказал в беседе с Борисом Корчевниковым. Оказывается, романтические отношения у артиста вспыхнули, когда Ивану было 23 года, а Екатерине 36 лет. Впрочем, самих влюбленных внушительная разница в возрасте совершенно не смущала. Иван Житков говорил, что он просто влюбился в Екатерину Семенову. Их роман продлился 1,5 года, однако так и не завершился браком. Тем не менее, Иван Житков признался, что очень благодарен Екатерине Семеновой за все, что было между ними. Если вам понравилось наше видео, обязательно поставьте лайк и подпишитесь на наш канал. Также не забудьте нажать на колокольчик, чтобы первыми получать уведомления о новых видео на нашем канале. Всем пока-пока!